Здравствуйте. Вас приветствует член инициативной группы Российского охотничьего союза Борис Петрович Анатолий и Любимский Юрий Владимирович. От лица Российского охотничьего союза и себя лично хочу выразить всем признательность российским охотникам и охотпользователям, принявшим участие в анкетировании в поддержку весенней охоты. А также хочу попросить всех остальных принять активное участие в данном анкетировании. Собранные данные помогут аргументированно отстаивать наши с вами национальные интересы и охотничьи традиции на круглом столе по Афро-Евразийскому соглашению по перелетным птицам. Всю информацию об анкетировании можно найти на сайте Росохотсоюз.РФ, а также Охотники.ру. Информируем вас также о достигнутой договоренности с организаторами проведения 35-й выставки охоты и рыболовства на Руси, о проведении большой охотничьей конференции в день открытия выставки 26 февраля 2014 года. Целью данной конференции является объединение охотничьего сообщества страны для решения многочисленных проблем, накопившихся и созданных в сфере российской охоты за последние два десятилетия. Информацию о проведении данного мероприятия можно получить на сайте росохотсоюз.рф, охотники.ру, ГАНС.ру и других охотничьих сайтов. Ждем вашего участия в данных мероприятиях. Спасибо.